Hello, my name is Nikita. I was born on June 5, 2008 in the Russian city of Novosibirsk. I have been playing hockey since I was 7 years old. My hockey role right forward with a left grip. My first hockey club was the West Winter Sport Center. Novosibirsk, I became the capital of the team of the CZVS in 29. I moved to the Metal Hockey Club. Now Kuznetsk, at the moment 2020, I will play in the hockey club Sibir in Novosibirsk. At the moment, I played in the first tier as right forward at number 10. I'm one of the top three strikers in the Sibir. Окей, okay, thank you. Что меня можете поправить? Кстати, но теперь опасная атака идет у Сибири. В чужой зоне Сибирь. Передача! Здорово! Ну, красиво сейчас раскатили. Красиво Бражников отдает передачу на дальний угол. И Богдан Александров уже дубль оформляет в этой встрече. Отметим также в этой атаке, как прекрасно Семен Чуклинов за шайбу в чужой зоне. Давайте начнем. Богдан Александров, 29-й в нападении. Захар Бражников, 86-й. 55-й на площадке. И Семен Чуклинов. Это тройка. Первая тройка нападения. Но и двое защитников. Андрей Кириллов, 15-й. Александр Пирогов, номер 4-й. И первая шайба уже на старте буквально вот этих первых 20 минут встречи влетает в ворота гостей. Не увидел я пока, кто в воротах, кстати, у гостей. Что касается первой пятерки Сибири, вот, пожалуйста, первая шайба уже в дебюте. Отличился по ходу первой 20 минутки крайний нападающий первой пятерки. Это Богдан Александров. Одну шайбу записал на свой счет Баженов и Жуликов. И одну шайбу, единственную пока, забросил в составе Металлурга. И ошибаются сейчас новокузнечане в своей зоне на пятачке. А в частности, совершенно одного справа оставляют новичка Сибири Никиту Щербакова. И Никита Щербаков уже в начале буквально второго периода делает счет 4-1. Тяжелая ситуация у Металлурга теперь будет складываться. Срослось, и приходится Металлургу теперь воевать за эту шайбу уже за своими воротами. С неудобной руки бросать не стал Путинцев. Где шайба? Вот она, в ворота закатывается. Да, закатилась там. И Баженов боролся, и Путинцев там был рядом. И, судя по всему, Михаил Медведев тоже где-то там на дальней штанге должен был воевать за эту шайбу. Счет становится 6-1. Кто шайбу забросил? Да. Баженов. Ох, какой пас, и легко, когда разыграли. Ну, Баженов, нет, все-таки Бражников. Да, Бражников это был. Именно он передачу отдавал на Щербакова. Только-только подумал я о том, что с таким счетом вполне возможно может у нас и завершиться второй период. Нет, соперником цепляет сейчас соперника руками за клюшку. Видно, подзаводится Щербаков и игрок без номера. Но шайба в воротах. 10-4. Продолжает еще радоваться хоккеисты Сибири каждой шайбе. Не наелись еще забитыми. 10-4. 2 минуты и 57 секунд еще играет. Раз за разом Александров с соперником цепляет сейчас соперника руками за клюшку. Видно, подзаводится Щербаков и игрок без номера. Но шайба в воротах. 10-4. Продолжает еще радоваться хоккеисты Сибири каждой шайбе. Не наелись еще забитыми. 10-4. Отличился по ходу первой 20 минутки крайний нападающий первой пятерки. Это Богдан Александров. Одну шайбу записал на свой счет Баженов и Жуликов. И одну шайбу, единственную пока,
забросил в составе «Металлурга». И ошибаются сейчас новокузнечане в своей зоне на пятачке. А в частности, совершенно одного справа оставляют новичка «Сибири» Никиту Щербакова. И Никита Щербаков уже в начале буквально второго периода делает счет 4-1. Тяжелая ситуация у «Металлурга» теперь будет складываться. Что меня можете поправить? Кстати, ну, теперь опасная атака идет у «Сибири». В чужой зоне «Сибирь». Передача! Здорово! Ну, красиво сейчас раскатили. Красиво Бражников отдает передачу на дальний угол. И Богдан Александров уже дубль оформляет в этой встрече. Отметим также в этой атаке, как прекрасно Семен Чуклинов за шайбу в чужой зоне. Два нападающих. Владислав Жуликов и Кирилл Аркатов. Ох, какой бросок удается. Но это защитник. Да, я сегодня уже говорил, что это Антон Садовников. И вряд ли я ошибаюсь. Я думаю, что именно на его счет сейчас шайбу запишут. Смотрите-ка, 6-10 за 3 минуты 37 секунд до завершения этой встречи. А может быть, третьего периода, да? Баженов. Ох, какой пас. И легко, когда разыграли. Ну, Баженов, нет, все-таки Бражников. Да, Бражников это был. Именно он передачу отдавал на Щербакова. Только-только подумал я о том, что с таким счетом вполне возможно может у нас и завершиться второй период. Нет. Люлька на льду. Лёшка на льду здесь. Лёшка на льду. Лёшка на льду здесь. Хоп! Пойдёт. Хоп! Хоп! Движение с виражом с хорошим. Ногами. Корабль взял, корабль взял, корабль, корабль. Голова. Попадает. Взорвался назад. Пойдет. Ногами, ногами, ногами. Закрыл, закрыл. Раз. Ножками. Пойдет. Здорово. Бросок. We'll be right back.
Болельщик, если чью-то фамилию из игроков назову неправильно. Завладели Сибирь шайбой, пытаются закрепиться в зоне. Помечал в синей линии бросок по воротам. Голкипер Локомотива на месте. Бросок, и здесь уже Бражников Захар практически в упор забрасывает шайбу. Не просто сейчас придется Дмитрию. Момент. И шайба закатывается. И что такое? Нет, судья показывает, шайба не засчитана. Сейчас услышим, вероятно. А хотя нет, пояснения не услышим. Вероятно, в поле голкипера были игроки. Не просто сейчас придется Дмитрию. Момент. И шайба закатывается. И что такое? Нет, судья показывает, шайба не засчитана. Сейчас услышим, вероятно. А хотя нет, пояснения не услышим. Вероятно, в поле голкипера были игроки. Третий период. И тут же молниеносная атака. Сибирь откатывается шайбой свою. Третий период. И тут же молниеносная атака. Сибирь откатывается шайбой свою. Болельщик, если чью-то фамилию из игроков назову неправильно. Завладели Сибирь шайбой, пытаются закрепиться в зоне. Помечал в синей линии бросок по воротам. Голкипер Локомотива на месте. Бросок, и здесь уже Бражников Захар практически в упор забрасывает шайбу.
Клюшка на льду. На льду. На льду. Здорово. Оп. Пойдет. Раз. Здорово. Два. Клюшка на льду. Три. Четыре. Пойдет. Клюшка. Thank you.
Захар Бражников, номер 86. Очень такое сильное давление сейчас оказывает Сибирь в зоне соперника. Разыгрывают сейчас ближе к воротам сибиряки шайбу. За воротами прокатывается. Бросок! И забивают вторую шайбу. Команда Сибирь. Нужно подсобраться штурму. Зону. Гуляет шайба уже по территории команды штурм. И вот бросок. И первая забитая шайба от Сибири. Счет на табло сейчас изменится. Если я не ошибаюсь, автор забитой шайбы Чернявский, но вы сможете это увидеть на повторе. Снова Сибирь идет вперед. Путинцев сейчас борется. Парамонов по борту. Партнер там не добежал до шайбы. И не выходит шайба из зоны штурма. Бросок! И это гол! Бражников сейчас бросал. И так... Парамонов по борту. Партнер там не добежал до шайбы. И не выходит шайба из зоны штурма. Бросок! И это гол! Бражников сейчас бросал. И так... Гуляет шайба уже по территории команды штурм. И вот бросок.
И первая забитая шайба от Сибири. Счет на табло сейчас изменит. Если я не ошибаюсь, автор забитой шайбы Чернявский, но вы сможете это увидеть на повторе. Снова Сибирь идет вперед. Путинцев сейчас борется. Очень такое сильное давление сейчас оказывает Сибирь в зоне соперника. Разыгрывают сейчас ближе к воротам сибиряки шайбу. За воротами прокатывается бросок. И забивают вторую шайбу. Команда Сибирь. Нужно подсобраться к штурму. Летело по направлению, которое задаст игрок Щербаков. На Александрова отдавал передачу. Немножко неточная была эта передача. Вот здесь бросок от Пирогова. Александров подставлял и немного не попадает. Щербаков низом. И шайба в ворота! Один-один. Доработали все-таки. Неплохая смена была от этих ребят. Автор забитой шайбы мне показалось Александров. Но сейчас еще оператор звука скажет. Тюрин бежит. Последняя минута второго периода. Я думаю, вы слышали. И счет равный. Равный на данный момент, но Радченко сейчас раскатился, чтобы нанести бросок. Произошло столкновение с игроком Сибири. Щербаков Никита вроде лежит на льду. Нет, все в порядке, поднимается. Сейчас Никита. Бросок. Люзенков. Кстати, на льду уже Даниил Люзенков. Все в порядке с Даниилом. И забивает сейчас Чернявский. Забивает вторую шайбу сейчас Чернявский Даниил, там и Люзенков имел возможность подставить клюшку. Тоже отличная смена. Чужим воротам. Щербаков обыграл одного, бросил низом в сторону ворот.
продолжает сейчас Сибирь играть в чужой зоне. Щербаков, Александров. На Щербакова вернул, Щербаков бросил. И Пилипенко Никита вступает в игру. 2 минуты будет отдыхать в штрафном боксе. Сибирь выиграла сбрасывание, подставление. В исполнении Бражникова сейчас было. Чудом не залетела шайба в ворота. Щербаков на Бражникова. Бражников! И вступает в игру Никита Пилипенко. Выигрывает для своей команды Щербаков. Шайба, бросок, гол! Вот так вот. Недолго сухим продержался Тютьков. И просто идеальный по точности бросок в дальний угол. Приносит 6-ю шайбу хозяевам. По-моему, это Фомичев был, Артем. Теперь левым флангом попытается Сибирь что-то создать. Там на пятаке сейчас Щербаков был один. Просил пас, не дождался. Лобан, можно бросать, щелкает в створ. Где шайба? Шайба в воротах, неужели? Как она там залетела-то? Вроде по центру пришелся бросок, и в домик она закатилась. 11-я уже от Сибири. Я понял. 6-й полевой вместо вратаря вышел у Сибири. Далее дают шанс Соколу забросить вторую шайбу. Выигрывает вбрасывание Сибирь. Можно бросать, делать передачу на дальнюю штангу. Там один был Щербаков Никита, однако передача не проходит. За воротами шайбы будет бросок. Почему не стал сейчас бросать? Александров Богдан в касание можно было попробовать. Пустой угол совсем был. И держит шайбу в шестером в зоне соперника. Хороший бросок, добивание. Безюк красиво блином отразил шайбу. Добивание там не последовало. Ну что, Сокол? Получится ли перехватить? Выигрывает для своей команды Щербаков. Шайбу, бросок, гол! Вот так вот. Недолго сухим продержался Тютьков. И просто идеальный по точности бросок в дальний угол. Приносит 6-ю шайбу хозяевам. По-моему, это Фомичев был, Артем. Ждем объявления от информатора пока что. Это не... И гол! Все-таки забрасывать 10-ю шайбу.
хоккеисты из Сибири. Хорошо разыграли и... Два паса и уже на пятаке. Остался совсем один игрок Сибири и... Забросил шайбу в пустые ворота. В большинстве была эта шайба, тем временем Сокол в полном составе. Андров на шайбе. Передача на защитника. Тот на пятак. Будет бросок. Да, бросок и гол. Вот так вот. Снова в начале периода забрасывает Сибирь. Пражников. Реализовал момент и под перекладину отправил пятую шайбу. Опять подлагивает, но сейчас не должно подлагивать. Возможно, уже у... с вашим интернетом что-то. Снова Сибирь в атаке. Все верно, Бражников стал автором заброшенной шайбы. Опасно. Там тяжело будет отбиться, добивание будет. Там перед собой отразил шайбу Безюк. Сибирь. Хорошая передача, бросок, касание, добивание, гол. Возможно, так было задумано, возможно, игрок просто хотел бросить. А получилось так, что передача пошла на дальний угол, на дальнюю штангу, извиняюсь, и уже в пустые ворота. Забросил. Игрок Сибири, 2-0, не успел посмотреть, но Щербаков передача. Захар Бражников отличился с передачи. Хорошая длинная передача на капитана. Тот отдает Щербакову. Щербаков на пятак и гол. И гол, нужная шайба для Сибири, чтобы успокоиться. Концовки вернули они преимущество от 3 шайбы. И быстрая реализация большинства от игроков. На всякий случай послушаем судью информатора. Кто забросил шайбу? Я бы даже сказал, действует защитник Сибири, и рядом со штангой проходит шайба после рикошета. Здесь удается Ермаку шайбу подобрать, и у нас по ходу будет снова проброс. Перевод в центр. Достаточно сильные, но тем не менее игроки Сибири зацепились. И вот момент. Очередной ворот. И все потому, что Михалев отбивает прямо перед собой шайбу. Но она продолжается. Атака и великолепный гол в их исполнении. Сибирь 1-0. Это Захар Бражников. Снова Сибирь идет в атаку. Передача в центр. Здесь, правда, не удается. И теперь контратака в исполнении Ермака. Пытается сейчас тут убежать
Баранов, не получилось. И уже контратака у Сибири. Хорошая передача, немножко чуть выше полетел этот блинчик. Александров, тем не менее, шайбу подобрал у борта. Снова сбегал в атаку и по щиткам Любарскому шайбу отправил. Пока что... О, какой гол сейчас в исполнении Сибири. 4-1 счет становится. Упустили на вершине совершенно одного. Никиту Баженова, кажется, это он был. Хотя, похоже, я ошибаюсь, это был... Ну, в общем, сейчас разберемся, кто это был. Действует на опережение защитник. Это Михайлин. Продолжает, правда, здесь сохранять шайбу в зоне. Щербаков Никита. Откинул назад на Лобанова. Лобанов на Пирогова. И бросок. И вот здесь вот добивание. Гол. 2-1. Сибирь выходит вперед, но еще играть в большинстве. 3 минуты и 23 секунды. Передача Матвея Лобанова, номер 8. Александр Пирогова, номер 4. Шайбу забросил Захар Бражников, номер 86. Захар Бражников, автор шайбы. 3 минуты 23 секунды. Отковыривает буквально шайбу, и передача на выход из зоны ничем не заканчивается. Снова момент, и Сибирь забрасывает очередную шайбу в ворота. Все было сыграно, сделано великолепно. Два ноль. Продолжает здесь Сибирь давление. Щербакова так достаточно болезненно сейчас в борт отправили. Удается вывести шайбу Ермаку, но опять же ненадолго. Сибирь уже в зоне, и это может быть опасно. Передача была неплохая по мысли на Путинцева. Здесь бросок касания и гол. Все было разыграно как по нотам. 5-1. Но у нас так... С передачи Богдана Александрова, номер 29, шайбу забросил Никита Щербаков. Передача на выход из зоны ничем не заканчивается. Снова момент, и Сибирь забрасывает очередную шайбу в ворота. Все было сыграно, сделано великолепно. Два ноль. Каверзин сейчас сбрасывание проиграл. Щербаков, кстати, автор шайбы. Никита Щербаков. Здесь Баранов, удалось ему выцарапать шайбу. Правда, помешал ему главный судья. Тем не менее, он его обыграл тоже. Бросок вниз. И передача на выход из зоны ничем не заканчивается. Снова момент, и Сибирь забрасывает очередную шайбу в ворота. Все было сыграно, сделано великолепно. 2-0. С передачи Матвея Ломанова, номер 8.
Захара Бражникова, номер 86-й. Шайбу забросил Никита Щербаков, номер 10. Каверзин сейчас сбрасывание проиграл. Щербаков, кстати, автор шайбы. Никита Щербаков. Здесь Баранов, удалось ему выцарапать шайбу, правда, помешал ему главный судья, тем не менее он его обыграл тоже, бросок вниз. Продолжается атака Сибири. Бросок в ближний угол. Снова Александров. Выкатывает сейчас на вершину, отдает защитнику и гол, великолепный розыгрыш Сибири, 3-0. Вообще никаких вопросов. Матвей Лобанов, кстати, бросал сейчас по воротам, а вот кто же там в итоге подправил или по прямой, посмотрим. Да, прямым броском она зашла. Бросок на последней секунде. Хорошая. Thank you.
Атака за атакой следует у Сибири. Момент. Отбрасывается штурм. Вновь Сибирь в атаке. Передача. Момент. И где? Как? Бросок на добивание. Входит шайба. Сибирь. Бросок. Шайба. И до добивания. Влетает шайба в зону.
Александров шайбой. Отдавал на Щербакова Никиту. Два однофамильца играют в хоккейном клубе, клубе «Сибирь». Думал, братья. В прошлой игре уточнил. Однофамильцы написали в комментариях. И бросок, и заряжает сейчас «Сибирь». Заряжает пятую шайбу в ворота «Кристалла Сибирь». И сейчас информатор объявит, кто это, этот бросок нанес. Никита Щербаков. Бражников против Туманова на точке вбрасывания. Щербаков, Даниил закрывает зону, и смотрите, какая шайба! Предательски как-то прыгала, скакала, ребром там, видимо, шла. И два Щербаковых поучаствовали в заброшенной шайбе, и Захар Бражников еще. Бражников против Туманова на точке вбрасывания. Щербаков, Даниил закрывает зону, и смотрите, какая шайба! Предательски как-то прыгала, скакала, ребром там, видимо, шла. И два Щербаковых поучаствовали в заброшенной шайбе, и Захар Бражников еще.